Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, мой канал «Заработок в интернете». Я продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по бонуснику Бумбосса. Соскамился, проект не платит. Надоели уже однодневные эти проекты. Ну вот нажимаю, ничего. Но чат был, чата нет. В Телеграм я не заходила, только вступила. У меня выключен он как бы. Группа ВКонтакте. Что у нас с группой? Ну, группа ВКонтакте есть. Вот за 22 октября запись. Конкурсы у него. Нет. Так что проект не платит. И еще хочу сказать пару слов. Тоже по бонуснику. Вот у меня сейчас я вам скажу какой. Мотор такси. Тоже, ребята, он прекратил свое существование. У меня даже язык не поворачивается сказать, что скам. Администратор настолько честно поступил с пользователями. Значит, проверяйте, у кого есть этот проект. Свои кошельки. Он выплатил все деньги, что были на счету, да? Я захожу на почту, у меня... Смотрю, денежка. Сколько у меня там было, не помню. То ли 14, то ли 15 рублей. Где-то в этом районе. Ну, и комментарий. Мотор такси. Вроде не выводила. Ну, не могла же я забыть, правильно. Вывести и забыть. Захожу в проект. Проекта нет. Вот он все денежки. Вот сколько работаю. Это первый такой вот бонусник, чтобы администратор выплатил все деньги. Так что заходите в кошельки и проверяйте. Вот. Ну что, а этот скам? Это интернет, и такое, к сожалению, бывает часто. Вот. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.